перед началом айт-намаза необходимо сделать следующий ниет. Я намереваюсь совершить праздничный айт-намаз вместе с имамом. И подняв руки до мочек ушей, сказать один раз «Аллаху Акбар». Перед началом чтения Корана мы произносим три раза «Аллаху Акбар». Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Затем мы слушаем чтение имама священного Корана. Алхамдулиллахи Раббил Аламин. Ар-Рахманир Рахим. Малики Яумиддин. إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن كالكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. После чего совершаем руку. Аллаху Акбар. Сами Аллаху лиман хамида. Затем сажде. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. После этого мы поднимаемся на второй ракат. Аллаху Акбар. Затем мы слушаем, как имам читает Коран. Алхамдулиллахи Раббил Аламин. Ар-Рахманир Рахим. Малики Яумиддин. إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. До совершения поклона совершаем три Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Затем совершаем поясной и земной поклоны, как и в предыдущем ракаате. Сами Аллаху лиман хамида. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Завершаем на вас приветствием, произнеся слова «Ассаляму алейкум ва рахматуллах». Ассаляму алейкум ва рахматуллах. Ассаляму алейкум. После завершения айт-намаза произносим такбир ташрих. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Ла илляха илляллаху, Аллаху Акбар. Аллаху Акбар, ва лиллахи лхамд. После чего имам поднимается на мимбар и произносит две праздничные худ. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, ва лиллахи лхамд. Алхамдулиллах, алхамдулиллах, алхамдулиллахи, нахмадуху, ва настаинуху, ва настагфируху.